Губернатор американского штата Миннесота Тим Вольц подписал заявление об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана, сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой. Заявление было сделано по инициативе главы Ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнеля Ралиса. В заявлении было отмечено, что азербайджанцы, проживающие в Миннесоте, сохраняя и пропагандируя родной язык, богатые национально-культурные ценности и традиции, вносят вклад в местную культуру.